Привет, Вио, спасибо за логотип, залетел на ура. Никак не можем с тобой увидеться. Давай выделяй время на вторник, или может на среду, или когда ты можешь. Здравствуй, Виолетта. Я хочу напомнить, что у нас сегодня съемка. По образам утвердили первый и второй варианты. Не забудь взять с собой свою обувь и аксессуары. Макияж будет смоки и, может, добавим ярких акцентов. Надо обыграть элементами рекламный момент. Снимать будем в основном в циклораме. До встречи. Виолет, привет. Ты уже давно обещаешь ко мне в гости прийти. Давай выдели день какой-нибудь, когда ты точно придешь. Вот, потому что мы очень давно с тобой не виделись. Вот, кучу всего надо обсудить. Короче, давай. Привет, дорогая, ты как? Ты помнишь, сегодня вечеринка? Во сколько мы встречаемся? Я подъеду к тебе, а потом мы поедем туда, соберемся. Кстати, в чем думаешь пойти? Есть ли у тебя варианты? Скинь. Вообще, сегодня обещали дождь, я не знаю, мы не замерзнем. Блин, я в шоке, там будут все люди просто, все наши знакомые. Я тебя хотела спросить, можно ли будет тебя взять сережки с твоего магазина? Такие круглые, объемные.